Ну вот, специально поставлю камеру. Все, поехали. Сейчас будет. Да вы гоните, что ли? Тимур, был. Меня кто-то блочит тут, когда в Дримс бегу. Ой, бургер. Зарашили, а фастом оставим, ставим. Последний остался, мудак. Кабина, давайте ставим. Смотрю. Да смотрю я. Да все смотрю. Расшиб разбросы, мудаки. Заус, смотри, к тебе вышли на центр. К тебе на центр вышли. Вот стреляют, видишь? На, стоят. Банка. Попробуй проползти, банка. Ой, красава. На, чисто вроде более-менее. Гинео, не ссы, давай. Дримсы, наши справа. Гинео, справа. Прошли. Пальму убили. Пальма, блин, бесполезный такой. Что ж ты делаешь? Эскалаторы. Так, нам нужна срочно замена. Ау, давай, Влад, коннекция. Пароль 1-2-1-2-1-2. Прям очень быстро, да. Ты не можешь зайти? Самолет прошел внизу под самолетом. Блин. Ты не можешь зайти или нет? Скажи мне. Ну, так заходи. Блин, они, видишь, поняли. У меня нет слов, я не знаю. Под самолетом кто-нибудь смотрит? Хорошо. Так, все, тихо. Двое осталось, двое бомжей, скажем так. Давайте, тащим. Где? Че, Виталий, игра не задалась у Коникса, да, я смотрю? Или пинг не решает? Но он не прошел. Кабина уже? Убил. Все, Дэн, уже все, мы заменили тебя, извини. Еще один самолет кабины прошел. Хвост, наша РСПА. Да он прошел, я вам говорю. Банка уже сзади, смотри.
банка сзади, смотри. Да он не в самолете, он уже прошел, на нашу РСПУ красная бочка был. Да, Дэн, потому что не было времени. И мы не знали, вообще ты вылетел или нет. Девять пять в нашу. У банки топает. Наш РСПА. Ленин. Ой, ты лох. Еще один лох. Сядь, ляг здесь. Ляг. Вот он лежит прям перед... Уходи. Пацан вангует, видишь? Да не, он вангует просто. Ему инфу ливают. Как можно было так слиться? Вы что творите? Нахрен. Не, вот тут прикольно. Инфу слили, а понять не может где. Это ж надо быть таким, а? Вот видишь, он даже сейчас спалился. На, более-менее чисто. Прошел на центру один, на центру. Минус. Плантаем, фаст, там эскорт где? Какого черта? Не даем мудакам затащить раунд. Эскалаторы. Бочка. Да блин, Ванга ушел вниз на эскалаторы. Да ставьте бы быстрее. Он был в бункере, он был в хреновом бункере и ушел в низину, его убили. Да, Коникс, можешь считать, что я все знаю. Слишком уж много в коду переиграл. Хитрые приемчики, давно все выучил. Что за жирный? Вот жирный. Это пинг был. Если бы пинг был мой, как бы, конечно, я бы взял, ну, потому что там... Бункер. Все, сейчас будут уже... Слева стоит, да, уже. Блин, понимаешь, человек, ему трудно объяснять. Лёша, убери калаш, я тебя очень прошу, убери калаш, возьми УМП, пожалуйста. Ну что, я не знаю, сейчас мы сейчас просрём деф, я чую, прям жестко просрём. Нам нужно сейчас просто лакернуть, прострелить всех прострелами. Потому что сейчас начнется что-то невообразимое, мне кажется. Банка, он там стоит на центре, осторожно. Есть. Пацан, бедняга, все перезаходит, а у него не получается. Сидим. Один Коникс на распевнице и в том углу опять. Слышишь, Заус, опять в том углу. Обращай, кто там? Вихрь, значит, сидит. В правом углу у них там на распеве простреливал. Либо за книжкой сразу. Блин.
Ушел в дримсы. Ушел в дримсы. Да лучше бы вы не шли все и затащили бы уже. Понимаешь, лучше так, чем когда мы пошли втроем и на Кьюоник сострились они. Ну все, последний раунд. Под самолет или что-то спрыгнул, или что? Не, не спрыгнул. Самолет! Самолет! Самолет прошел! Коник, самолет! Стреляй кабину! Кабину стреляй, Ром! Быстрее кабину! Левее только, левее чуть-чуть, левее. В гармошке уже, в гармошке! Вышел! Догоняй его! Может, он не увидит на этих... О, все, он увидит. Прямо перед тобой сейчас будет. Вот, стреляй, стреляй, ниже, ниже. Блин, нет. А, капец. Над тобой ходит. Да, он где-то сидит. Но только ты, да, вот так подольше двигайся. Он ушел, тем более, да, он не топает где-то. Либо ушел, либо где-то сел. Центра. Центра. Вангует, пацан, вангует. Фейкани, фейкани. Да фейкани. Ну фейкать надо было не так. Капец. Мне, ребят, вообще нужно жесточайше сидеть сейчас. Жесточайше. Я прям не знаю, как. Вот как хотите, но чтобы сейчас все сидели. Вот, вот этот раунд, он решающий, считайте. Все, вихрь слил. Уже, считайте, пол игры сделал. Коник сослили, все. А, никто не смотрит. Иду на... Центре, книжка. Буду вас смотреть. Все, Виталий, камера решает. Сейчас посмотрим, камера еще видоски дай. Вот так бы на турнирке играли, так, то же самое было бы, я вам говорю.
Я сделал со всех... А, блин, первое, пофигу. Ага, пока. Да, сейчас скайп видосы покидать будет. Вот чисто видос зарешал. Вот просто зарешал мапу. Мы его без видоса так бы слили конкретно. Нет, не то, что видос. Зарешал банка и видос. Вот без банкира бы мы тоже слили. Потому что и хрена в читер.